Всем привет и привет. Вот мы приехали второй раз кататься на слонах. Точнее, плавать с ними в море. Так что сейчас я буду показывать. Здесь недалеко, кстати, от нас. Ехали минут 10 до сюда. Деревушка такая вот в лесу. И здесь слоники. Вон они уже стоят, ходят. Ну, молодые слоники. Тут там такой пупсик маленький. Hello. Боже, какая красивая. Боже, какие детки хорошенькие. Да, я здесь. Посчитай все, сколько человек. Амир, их четыре. Так, сейчас. Ой, сори. Андрюша, как дела? Как дела? Кататься будешь? Что ты будешь делать здесь? Андрюш. Андрюша. Плавать со слонами будешь? Передай всем привет. Скажи всем привет. 63 тысячи. Всем привет. Ну, подписчикам. Ты говори, я не говорю. Я из другого канала. Ну, мы тебе вырежем, сделаем на твой канал тоже кусочек. Поснимаем тебя, я тебе вырежу и потом забросим на твой канал тоже. Видео. Там, где ты плаваешь, на слонах катаешься. Говори всем привет. How many times? Всем привет. Вы как знаете, меня зовут Андрей. Угадайте, как я поменял на такой голос. Ну, какой-то странный такой голос. Так, 3000 это сколько? Это 100 долларов? 3000, да. Это 100 долларов. Как у малыша, да? 100 долларов. Как у малыша, да? Ну, окей, посчитай. Как у малыша? Артём. Как у малыша? Hello. Боже, стоит с каким-то топором. Боже, что он делает? Эй, 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 Давайте соли ему дадим. Эй! Что ты трясешь головой, не могу понять. Немножко розовая, а уже у них хоботы тяжелые, железные. Почему у них немножко розовая? Где? Розовая. А, ну это такая краска. Видишь, у кого как. Это разные породы слонов, наверное. Видишь, слышишь, как он пищит? Это специальный комар убивает, ему не больно. Комар убил. А что дать бананчик маленькому? Тебе. Оп. И тебе, Ванечка, маленький. Эй! Вы видели, какие у них зубы? Вот один зуб с кулака. А надо вот так делать. Смотри. Нормальный зуб с кулака. Ай! Не попал. Давайте, кто хочет кататься, разделитесь на две группы. Можно мне большого вот этого? Андрей, отойди, Андрей. Андрюш, бивни, отойди.
Может, бивнем тебя, ну, он, видишь, стоит. Нателла, привет. Чао. Бедные страны, как мы их жалко. Этих вообще жалко. Мы на прошлой ферме были, они там все такие упитанные, хорошие, большие, а эти вообще какие-то тощие. И смотри, у них все изрезаны, вот здесь царапаны, они же этими штуками бьют их. Давайте бананы! Оп! Ой, стой! Ты вот так показывай ему, чтобы он поднимал. Смотри, видишь, какие зубы? О, молодец! Слушай, Соньки, Андрюш, возьми, брось банан, возьми, брось банан, брось. И так тебя будет, пожалуйста. А то могут уворовать сейчас. Они подумают, что это бананы. Они могут съесть. Вон, ой, вон, вон, вон. Возьмите побольше. Оп. 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 Смотри, вот бросай, 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 бросай. Оп. Ай! Смотри! Оп, оп, оп. Оп, 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 оп. Смотри! Оп, оп, оп. Бинго! Отдай! Отдай! Бананов нам тут ведрами наносили. Тяжело ему. Маленькому дай, маленькому дай, вон он рот отсюда. Ай, блин. Можно, можно. Мать, корми. Вы медленно просто кормите их. На тебя не надо. А возле задницы. Вот интересно. Давай, Артем. Оль, Петь тебе подставу делай. Давай. Боже, чтоб он не... Боже, я сейчас это, чтобы он мне не... Я знаю. Женщину. Смотри, какая жопа. Огромная. Андрюш, только сзади не самый лучший вариант идти, я думаю. Вот идут красавчики. Как их жалко. Мучают их. Сейчас мы ради своих потех опять же будем на них плавать. Я думаю, им плавать в удовольствие. Мы их покормили все-таки. Они не расстроены, не обижены. Шесть на хану. И красавец. Короче, так что вот сейчас будем плавать. По-моему, самый огромный. Да. Папа или мама? Пускай снизу. Но. Это не колеси. Ой. Вот оно. Море, море, край бездомный. Жень, давай, стой. Банана, банана, банана. А-а-а!
Банана! Вот это да! Братка, не по-детски! Они фотокота, в воду заходите все! В воду заходите! Я не могу вам быстрее, ну! А почему страшно? А, вот поэтому, поэтому ты не катаешься? Ну, вот с такими бивнями рядом стоят. Знаете, мне малыша. Эй, Андрей, улыбаемся, Андрей, сюда смотрим и улыбаемся. Боже, а язычок кто показывает? Все. Залазься, а? Андрюш, аккуратно возле бивни не стоит. Потому что он нечаянно может, он не специально, а может нечаянно стукнуть. Андрюш, давай расскажем, как твое настроение? Настроение, это значит, что означает? А, наполовину хорошее, наполовину плохое? А почему так? Не плохое и не хорошее. Среднее, да? А почему такое? Почему у тебя нехорошее настроение? Ну, не веселое. Потому что... Потому что... Слоны... Это... iPad. А, слоны это не iPad, все понятно, жулик. Жулик. Вот так. Хочешь, я буду тебя вместо слона катать? Хочешь, я тебя вместо слона буду катать? Спасибо. Почему? Хочешь на слоне покататься? Да. Хорошо. А тебе жалко слонов этих или нет? Андрей! Ну, не знаю, их же видишь. Их вас с такими... Их иногда бьют даже. Никто их не бьет, потому что... Они большие, да? И с рогами, что-то. Это не рога называются, а бивни. Ты знаешь, сколько слонов из-за этих бивней убивают? Потому что эти бивни очень дорого стоят, много денег стоят. И браконьеры охотятся на это. За этими бивнями убивают слонов ни за что. Андрюш, один не ходи в море, пойдем к слонам. Что мы, я не пойму, куда они пошли? Кататься вот там плавать, партиями. Зачем мы сюда пришли? Туда все перетащим. Давайте все заберем и туда. Нет, одно место, давайте все поставим. Цепляйся за руку. Цепляйся второй рукой. Давай, повисни, как ты помнишь, повисал. Вот так. Вот так. Ой! Больно было? Да. А, покажи, у тебя же пальчики, я забыл. А что с твоим пальцем? Андрюш. Заноза, это там еще где заноза была, да? Бедненький. Нет. Море, море, край бездонный. Пойдем, Андрюш, к нашим, ко всем. Заклина, привет, передавай всем. Привет, всем как привет. Настроение твое? Настроение отлично. Боже, Заклина такая красивая. У нее такая штучка, халатик такой красивый. Шикарный. Слона, наверное, сломался. Нет, это камушек такой. Это коралл был, мертвый коралл. Знаешь, что такое кораллы? Видел кораллы? Нет. Так я с Андрюшей получал. Сюда мне, Андрюш. А что не хочешь слона? Ну, надо и везти его. Андрюш, пойдем. Так красиво, они брызгаются водички на всех. Я же не могу оставить его. Идем, идем. Срочно. Репортаж.
Лёнь, давай, снимай. Я там буду. Я в одежде буду. Смена пассажиров. Ты не пассажир, но артист. Да, да. Кантемир, ты меня сфоткаешь? Оля, зато видео. Я на пяти кадрах. Артём, улыбайся в камеру. Он мне лапу дал. Представляете, слон даже лапу дал. Блин, мама не дает. Может, она такая мягкая? На мауте. Я буду дать. Эй, Кантемир! Казима! Вот там! Блин, молди! Вот там! Он на меня на моем колене встал! Change, please! На твою камеру? Да! Так, кто не катался, через $100 я заплатил! Я иду! Иду, фото, фото, фото! Понимаю! Питер зовут его. Я не Патина. Ты что? Обалдел, да, не такие хорошие. Прямо в морду, в морду лица. Почему я так чувствую странно? Я не знаю, как они. Ау, 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 ау
Ой! Я сижу на гон. Она легла. Я, короче, сижу один на слоне и сам им управляю. Саня, у вас... Уши-то... Так весело. Конечно, все весело, но как подумаешь, сколько это все до этого. Их попомучили, обучили этому. Нателла! Они знают, как управляют? Они управляют ногами по ушам. Я думал, он меня обольет. А? А нет, они вот просто гладят вот так. По ушам. Петя! Петя! Боже. Такое удовольствие. Уже они такие добрые. Воспитанные. Они, слоны, эти всю жизнь растут, вот ребята молодые, они, эти слоны растут с ними с самого детства. Они их воспитывают. Они их воспитывают с самого детства и... Друзья. Вот там ребята молодые, это их личные слоны, они тоже молодые. Они их воспитывают с самого детства. Так что, как-то так. Оп, мы присаживаемся, наверное. Оп, присела, как горочка. Кто-то с горочки спустился. Оп. Можно, 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 можно. Оп, но. Хотел меня утопить вместе, это буль-буль-буль. И говорит такой, чтобы она меня вместе с камерой утопила. Сори. Буль-буль? И было буль-буль-буль. Извиняется. Ой, какой красив. Малок. Ой, как красиво, какой молодец. А управляют они за уши все время. Либо у него вот этой иглой огромной
тыкают, похоже. Но говорят, что им не больно. Ну, не пробивается, типа кожа непробиваема, толстая кожа. А так они все время... Есть точки на ушах, они... Уши. Вот там у них какие-то... То ли шарик, то ли что, сейчас посмотрю. Смотри. Какие-то у них шишечки. Перепонка. Что он говорит, что на перепонку. Он, видите, управляет, он жмет на определенное место на перепонке. Он его слушает. И, кстати, даже если сейчас выпустить в дикую природу этих слонов, они не уйдут сами. Они останутся, они придут обратно к этим жителям и будут... То есть они уже привыкли к этой жизни. Так что так. В общем, мы уже поплавали, заигрались с ними. Было очень круто, весело. Второй день со слонами. Наверное, считаю оконченным. Так что, сейчас пойдем перекусим. Здесь море. Джунгли, правда, грязные, везде грязь у них в джунглях. Хотя бы уже меньше, чем раньше. Раньше вообще у них было просто завались везде. Мусор лежал. Сейчас они, новый король у них. И все, они убирают новые правила. Убирают. За бычки на пляже 100 тысяч бат, 200 тысяч рублей. Так что я со всеми прощаюсь. Обнял, поцеловал. До свидания. Это еще, короче, не все. Планы пришли к нам танцевать. Смотрите, танцует. Танцуешь. Смотрите, деньги. Оп, подал хозяину. Так интересно, да? Они у нас там еду не воруют случайно, Оль. Весело как. Танцующие слоны. Оп! Танцуют! Опа! А это такой золотой малый, да? Да-да-да. Это беременная, правда? Я тоже слон. Боже, так весело, да, Лёль? Весело? Петро, где? Я хочу сфоткаться с его глазом. Зубы. Вот он за. Бля, так весело, смотри. Мон, 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 мон
Опа! Съесть меня хотят. О! Оп! 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 Опа! Танч! Оп! 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 Жаклин, спасибо. Я зубы сниму. Смотрите, какие огромные зубы. Камеру хоп. Ладно, дорогие зрители, теперь я с вами точно прощаюсь. До свидания.